Здравствуйте, меня зовут Екатерина Морланг, я руководитель компании SmartLine. С 2008 года мы занимаемся IT-разработкой. Мы создаем сайты, продвигаем их, делаем различные модули и интегрируем сайты с 1С. В нашем штате трудится 17 человек. Большая часть сотрудников работают больше 10 лет. И это очень хороший показатель. У нас есть программисты, дизайнеры, копирайтеры, контент-менеджеры, менеджеры проектов, дизайнеры, естественно. И все мы трудимся в разных городах. Ну, по специфике нашей работы мы не находимся в одном офисе. Есть у нас офис, который находится в Энгельсе, и он сейчас остался один. В данный момент наши сотрудники сосредоточены в разных городах. Это Анапа, Краснодар, Воронеж, Саратов, Энгельс. Все мы знаем друг друга уже очень давно, умеем прекрасно взаимодействовать друг с другом и знаем все особенности нашей работы. Ну и, конечно же, постоянно учимся и улучшаем свои навыки. Нашей особенностью является то, что я руководитель компании юрист по образованию. В связи с этим есть определенная направленность. Конечно, мы делаем и коммерческие сайты, в том числе и интернет-магазины, и сайты для коммерческих предприятий, но очень большой уклон и упор мы делаем на юридическую часть. Что это означает? Дело в том, что сайт не просто интернет-ресурс. Это источник интеллектуального права, это средство массовой информации вашей компании, которое подчиняется определенным законам. Также мы очень часто работаем с государственными компаниями, с муниципальными предприятиями, для которых тоже очень важно учитывать особенности и нюансы права. Не все сайты могут содержать определенную информацию или публиковать ее, а некоторые должны публиковать определенную информацию по разным законам, и в случае, если они этого не делают, то получают соответствующие штрафы. Следовательно, мы создаем сайты, которые полностью основываются на праве, соответствуют законным и подзаконным актам, поэтому с нами смело можно начинать свою деятельность таким предприятием, как медицинские фирмы, аудиторские компании, государственный сектор, муниципальные предприятия и различные специфические формы других компаний. Здесь мы не только как программисты подходим к вопросу, но и как специалисты по правовому регулированию публикации подобных средств массовой информации. В данный момент мы активно работаем с государственными и муниципальными тендерами и являемся проверенным партнером центров поддержки «Мой бизнес» в различных регионах России. Если вам необходимо создать сайт и вы хотите воспользоваться государственной поддержкой, это как раз ваше решение. Ну и, конечно же, мы можем просто разработать для вас замечательный сайт или интернет-магазин. Будем рады партнерствовать с вами. До свидания.